из Усть-Большерецка сообщают. В устье реки Большой, возле села Зуйково, морем выбросило мертвого кита. Длина его около 20 метров, ширина тела до 3 метров. Привет. Это Камчатка с Александром Петровым. И я продолжаю недельный ежедневный влог во время чумы. Тьфу на тебя. Так как я сегодня из дому не выходил, устроив для себя добровольный карантин не потому, что чего-то опасался, а потому что было много работы за компьютером, а выполнять обещание, данное вам, что 7 раз каждый день я покажу какой-то видеодневничок нужно, я уже поздно вечером записываю вот это обращение к зрителям. Не бойтесь чумы, не бойтесь мора и глада, как пел Галич. Мы вас придем к вам на похороны. Продолжим наши чтения новостей о ките. Ах да, это не чтение и не новости. Нет, чтение, но не новости. Оказывается, я взял в руки вырезку из старой газеты. Из Усть-Большерецкой газеты «Ударник», которая в номере от 21 января 1940 года опубликовала заметку «Море выброшен кит». И дочитаю ее до конца. Большерецкий рыбокомбинат, а также близлежащие колхозы, уже целую 5-дневку. Частями возят тушу. Каждый день десятки нарт отправляются, нагруженные салом кита. Уже заготовлены около 400 пудов. Сало кита, напомню, пуд – это 16 килограммов. Но просто болтовня во влоге. Она навряд ли интересна. Но это не точно. Поэтому давайте я покажу вам пляшущих туземцев. В феврале город Елизово праздновал 45-летие. Кстати, не правда ли странно? Село Старый Острог существовало очень давно, но отсчет почему-то начинается с того момента, когда село получило статус города. Между прочим, та же ситуация и в столице Корякского национального округа Палане. Они отсчитывают день рождения от 1937 года, хотя Палане больше 300 лет. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Возвращаясь к теме разговора. На праздновании 45-летия города Елизово плясал национальный молодежный ансамбль «Коритев». Странное название. Странное. Оно составлено из 3 об названии национальностей, входящих в состав ансамбля. Коритев. Коряки, ительмены, эвены. Ну, давайте посмотрим, как они плясали. Thank you.
Москвы увидали туземные пляски. Этим закончился третий день недельного ежедневного влога. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам понравилось, как сплясали туземцы. Пишите комментарии. Ежели вы впервые на моем канале, то сейчас в правом нижнем углу появится подсказка. Я вам советую выполнить рекомендованное. Вот эта подсказка. Сделали? Кнопочка подписаться искра стала светло-серой. Какие вы молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые видео на моем канале. До свидания.